Митхина. Митхина – человек с поля. Родился в низкой касте в Салипутре. Однажды он обрабатывал свое поле и вдруг остановился. Проходивший йогин спросил: «Что же ты делаешь, просто стоя здесь?» «Я остановил свою работу», – сказал Митхина. «Но остановка – тоже страдание. Ты не хочешь уйти от этого?» – спросил йогин. «Дхарма могла бы помочь тебе. Но кто даст мне учение?» «Я, если ты способен практиковать». И Митхина дал понять, что способен. Йогин посвятил Митхину в стадии развития и завершения и оставил его медитировать. Но мысли о поле не покидали его, и он со временем растерял весь свой пыл. Митхина снова пошел к учителю, и тот дал ему наставление, подходящее к его случаю. «Посмотри на свои мысли, как на плуг, влекомый быками наслаждения и страдания. Созерцай свое тело, как поле, не теряя из виду плодов Дхармакайи. Они на подходе. Мысли движутся, как плуг. Чувства радости и боли тянут их за собой. Позволь семенам неделимых элементов прорасти на поле твоего тела. На этом поле тебе предстоит сначала измучиться. Но плод, блаженство природы Дхармы, не иссякнет». Митхина медитировал 12 лет и обрел ситхи. Он вырастил дерево высотой в 7 тала и оттуда рассказывал о своем опыте. Он действовал на благо бесчисленных живых существ в Салипутре и в своем теле ушел в ясный свет.